Так, со слов мастера, вот эта пробка якобы держит в этот весь амортизатор. Мне кажется, что эта пробка вообще ничего не держит и ничего не регулирует. Так как он ее с первого раза поломал и просто вот превратил ее в решето. Я решил сделать тюнинг вот такого образца. Если все собрать в кучу, получается вот такая вот петрушка. Раз. Ну, в общем, сейчас соберу и покажу. Вот так выглядит регулятор в собранном виде. Что повышает уровень жесткости до такого максимума, что просто нереально жесткая вилка будет. В случае крайней необходимости, конечно. Итак. Вот, собственно, все. Весь образец. Чуть длиннее, чем стандарт. Но. Естественно, мощнее. Теперь можно приступать к установке. Ну, вот так вот получается. Мы будем стоять. Сейчас надо зафиксировать. Вот так. Вот. Сверху закручивается шайба. Вот. И она будет регулироваться и одновременно мешать шайбе и не будет ее раскручивать, так как стоит подшипник, который позволяет так крутиться. Это синяя проставка для того, чтобы не вылетал сам болт при разжатии. Сейчас я поставлю. Итак, натяжку мы уже зажали. Теперь осталось засунуть вот эту вот гайку сверху, пробка, чтобы влага туда не попадала. И дополнительно можно и регулировать высоту самой пружины. Вот так. Вот так вот выглядит ручная сборка, идея собственного производства. Берите пример, кому надо, пользуйтесь.